Бульдозеры грязи не боятся. Это доказала и прошедшая презентация крупнотоннажных машин. Ливень, ветер. Из-за такой погоды трасса полигона стала труднопроходимой. Но для тест-драйва, только что сошедшей с конвейера техники, это самые подходящие условия. Сбить кубик, который помещается на ладони, задача для ювелиров. Выполнить ее помогает система нивелирования. Такие бульдозеры оснащают системой ГЛОНАСС и электрогидравликой для маневренности. Техника необходима для добычи угля, нефти, газа и дорожных работ. На презентацию пригласили и потенциальных заказчиков. Интерес уже проявляют гости из Сибири. Это техника, которая соответствует нашим требованиям. То есть мы как бы 4 года назад начали с ним сотрудничать. Наше предприятие, да, оно занимается гидронамывными работами. Это чистый абразив, то есть работа на обводненных грунтах. То есть достаточно тяжелая нагрузка для техники. Интересуются всегда и приехали на этот показ специально посмотреть еще раз эти машины. Это потенциальные как раз заказчики, покупатели. Ну, я думаю, что перспективы самые радужные, я думаю. Глава региона отметил, что у завода наметились большие перспективы. Приехали покупатели, они оценивают, как покупатели, как заказчики, качество трактора, цену трактора, какие качества у любой марки, начиная с Т9, Т25, в зависимости от мощности двигателя. По крайней мере, ты говоришь о чем? Ты говоришь о том, что завод работает. Это же здорово, что Чувашский завод промышленных тракторов начинает работать. А раз он начинает, и с каждым месяцем он наращивает свою, короче, мощь. А мы и стремились к тому, когда строили тракторный завод, говорили так: завод мы построим, но за счет завода надо город построить. За последние полгода завод «Промтрактор» не только увеличил объемы выпуска бульдозеров, сокращены долги и по заработной плате. Начиная с августа месяца выплачиваем зарплату уже своевременно, день в день, и долги по зарплате все закрыты. Теперь остается с вашей помощью увеличить объемы для того, чтобы делать новые научные работы, создавать новую технику, достойную технику. В плане на следующий год выпуск более 300 бульдозеров. Такого объема не было на протяжении 7 последних лет. Будущее – это запасные части, это сервис, это коэффициент технической готовности нашей техники у клиентов. Если мы обеспечиваем это сейчас, а мы над этим работаем, мы будем продавать второй год, третий год, четвертый и далее. Спрос на новую технику повышается. И теперь у тракторостроителей Чувашии есть все шансы вернуть былую славу. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.